В ходе столкновений на севере Косово этнических сербов с местными правоохранителями пострадали больше 10 человек. 26 мая косовская полиция доставила 3 из 4 избранных на прошедших местных выборах мэров к муниципальным зданиям, где они должны были приступить к выполнению своих обязанностей. Ранее они были приведены к присяге. Однако участники демонстрации заблокировали проход в здание местных администраций, а некоторые бросали камни в автомобили. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Нас ждут тяжелые времена. Я хочу, чтобы вы знали, что нам некуда отступать. Они давили на нас своим враньем, аферами, уловками со всех сторон. Мы никогда не делали ничего плохого и не причиняли вреда. Однако они прижали нас к стенке. У нас не остается другого выбора, кроме как защищать свою страну и свой народ. Мы сохраним мир, мы будем стремиться к миру. Я буду бороться каждую секунду, чтобы мир продлился как можно дольше». Но я говорю вам, что при первых признаках нападений на сербов на севере Косово и Метохии, Сербия не будет сидеть сложа руки. Сербы, составляющие большинство населения северного Косово, не признают независимость республики от Сербии, провозглашенную в 2008 году. В апреле этнические сербы отказались участвовать в местных выборах, и косовские албанцы победили во всех 4 муниципалитетах при явке избирателей, составившей всего 3,5%. Премьер-министр Косово Альбин Курти настаивает на справедливости прошедших выборов. Те, кто избран в ходе демократических выборов, имеют право вступать в должность без угроз или запугивания. У граждан также есть право граждан, чтобы избранные должностные лица служили им. Участие в выборах, а не насильственное воспрепятствование, является правильным способом выражения политических взглядов в условиях демократии. Местные сербы при поддержке Белграда заявили, что не примут избранных по итогам нынешних выборов мэров. Мы просим убрать спецподразделения, которые превратили здание муниципалитета в какую-то военную базу. И второе, нельзя пускать сюда этих фейковых мэров, потому что они набрали всего 50 голосов. Даже албанцы за них не голосуют. Американские военнослужащие в составе миротворческих сил НАТО в Косове в понедельник 29 мая взяли под охрану муниципальное здание в Лепосавиче на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Командование миротворцев пошло на такие меры после столкновения между косовской полицией и протестующими сербами, которые выступают против прихода к власти албанских мэров в северных районах Косово, местах проживания этнических сербов. Солдаты миротворческих сил НАТО сформировали кордоны безопасности также в городах Звичан и Зубин-Поток. Командование КФОР заявило, что миротворцы готовы принять необходимые меры для поддержания порядка в регионе. Этим утром военные подразделения сил НАТО в составе миротворческих сил в Косово увеличили присутствие в 4 районах на севере Косово в связи с недавними событиями в регионе. Мы призываем все стороны воздержаться от каких-либо действий, которые могут привести к напряженности или эскалации. Соединенные Штаты и их союзники, которые решительно поддержали независимость Косово, на фоне эскалации конфликта между местными сербами и косовскими полицейскими упрекнули Приштину в создании напряженности в отношениях с Белградом. В совместном заявлении западные союзники призывают воздержаться от насилия в отношении протестующих. Особую озабоченность у дипломатов вызывает также изменение уровня боеготовности армии Сербии. Санжар Хамидов, «Голос Америки», Вашингтон.